Небесная ярмарка Урала подарила кунгурякам чудо. Каждый день в небе над городом парит фигурный тепловой аэростат «Восток». Это увеличенная копия космического корабля «Восток», на котором 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин облетел вокруг Земли. Воздушный шар был создан по задумке Русского воздухоплавательного общества для того, чтобы люди помнили и знали советскую и российскую космонавтику. Давно хотели полетать на космическом корабле, но сейчас летаем на самом большом космическом корабле в мире. Необычный воздушный шар выступает под исключительным номером 50 в честь 50-летия первого полета человека в космос. Поехали! Проводим! Восток! Его высота 34 метра. Он был изготовлен за границей, в Чехии. Поэтому, в отличие от российской, имеет более весомую европейскую сертификацию. Всем в космос, товарищи! Всем в космос! Комсомольцы, настойчиво владевайте авиамоделями, потом владеями, планами и межпланетными кораблями! Летать на сложном в управлении «Востоке» доверили воздухоплавательным гениям, призерам престижных международных соревнований Николаю Галкину и Станиславу Федорову. Команде уже 10 лет. Тяжело, аппарат большой, это высокий. Поэтому проявляет немножко, когда его перестаешь отогреть, он начинает падать. Поэтому фактически все время летим на горелке. Любят шутить над гостями в корзине. А гостей в такую вместительную гондолу входит много. В летнее время до 6 человек, в зимнее до 8. Только нечасто бок о бок можно оказаться с конструктором первого советского аэростата Александром Комиссаровым. На первом аппарате гагаринском летать, ну, просто мурашки по коже. Стас, дядя Буря, ты молодец, как всегда. Когда будем садиться, ваша задача не выпасть из корзины. Держаться надо будет крепко. Держаться можно только за ручки изнутри. Нельзя держаться за шланги, за красную веревку, и нельзя держаться вот так. На небесной ярмарке Урала гигантский аэростат в спорте не участвует. Федоров и Галкин ежедневно парят над городом, как участники воздушных баталий, радуя все местное население. Ну, замечательный аппарат. И тащит так, и уверенно, спокойно. Ну, на корабле, в космосе. Вот он призывал, товарищи, летайте в космос. Вот мы и летели с вами, понимаете, вам повезло. Юлия Долгова, Михаил Осейчик, Пермский край.